Алло. Да-да. Ну как там с деньгами? А? Как с деньгами-то там? Чё с деньгами? Чё? Куда звонишь? Тебе звоню. Мамины сережки или батино кольцо. Что еще отдашь ты мне, чтоб сохранить свое лицо? Мамино кольцо, батино кольцо. Что еще отдашь ты мне, чтоб сохранить свое лицо? Что с деньгами? 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 Мне не нужно автомата, чтоб зайти к тебе на хату. Ничего не понимая, открываешь дверь с ключа ты. Я не разуваюсь, все становится понятно. Вспоминаешь, сколько должен до вчерашней даты. Захожу к тебе на хату, выбираю, чё по кайфу. Телек за полляма, мой глаз оценил в полтос. Я взял его за пазуху и к выходу понес. Взял его за пазуху и к выходу понес. Что с деньгами? 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 Я прогуливаюсь дальше, ты мне должен, лавандос. Ты мне должен уже больше, с каждым часом долг твой рос. Мамины сережки или батино кольцо. Что еще отдашь ты мне, чтоб сохранить свое лицо? Я забрал достаточно и уехал довольный. Бабушкины иконы, телевизор огромный. Забираю золотишко, 30 рублей налички. Забираю, чё по кайфу, забираю по привычке. Мамины сережки или батино кольцо. Что еще отдашь ты мне, чтоб сохранить свое лицо? Мамино кольцо, батино кольцо. Что еще отдашь ты мне, чтоб сохранить свое лицо? Что с деньгами? 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 Кто такой? Что с деньгами? Михаил Павлович. Что с деньгами? День. Что с деньгами? Такого не знаю, ты ошибся номером. Что с деньгами? Что с деньгами? Что с деньгами? Какими деньгами? Что с деньгами? Ты пьяный или кто? Сюда с деньгами обстоит. Я Михаил Павлович Сирень. Кто такой? Пьяный. Вот именно, ну и все. Завяжи лямку, ебаный в рот. Ты куда звонишь? По какому номеру звонишь? По твоему номеру. Ты сынок? Че? Сынок ебаный!